Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, с вами Рейст, игровое сообщество Кому за 30. И в этом видео новый ребаланс оружия, модификаторы и немного их изменения, новый вид бронебойных патронов, аномалии, и поговорим немного о новом сезоне Лиг. Итак, приступим. Патч 0.32 принес нам кардинальные изменения практически во всех характеристиках оружия. Как можно видеть на таблице, основные изменения, которые коснулись, это изменения в параметрах эффективной дальности стрельбы, которая теперь снижена практически у всех штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов, особенно касается 9 уровня, до 30 метров. Также эту дальность получили одна из штурмовых винтовок 10 уровня, но о ней немножко потом. Так вот. Со слов разработчиков, это именно та дистанция, на которой происходят основные перестрелки в игре. И именно эта дистанция применяется в многих шутерах, которые ориентированы на стрельбу в прицельной видимости как бы противника. Да? То есть теперь нельзя стрелять через пол карты, а нужно теперь соприкасаться нос к носу и вести огонь. В реалиях сурвариума, естественно. Если же говорить непосредственно о оружии максимального уровня, то бишь 10, то эффективная дальность стрельбы практически у всех пистолетов, пулеметов и штурмовых винтовок варьируется от 50 и до 60 метров. За исключением, опять же говорю, ВХС-2, это хорватская штурмовая винтовка, которая почему-то получила эффективную дальность стрельбы 30, что соответствует предыдущим уровням. И что же мы имеем в общем, получается, что оружие 10 уровня доминирует над оружием других уровней, практически над всем, за исключением дробовиков, снайперок и пулеметов. Их эффективная дальность чуть больше, либо равна вот этому отрезку с 50-60 метров. Что же получается, если мы используем оружие 10 уровня и к нам в бой попадает, соответственно, противник более низким уровнем оружия. Если сравнивать, опять же, с 9 уровнем, да, потому что они попадают периодически в 9-10 уровень, это примерно одна и та же категория, которая заходит в бой вместе. Эффективная дальность стрельбы на 80-100% получается больше. То есть, если брать оружие с 30 метрами и оружие 60 метрами, то получается, что оружие 10 уровня, имея 60 метров эффективной дальности стрельбы, будет доминировать, соответственно, над оружием 9 уровня. И тут стоит задуматься, а как же проводить теперь бои, если некоторые автоматы просто-напросто не достреливают до противника, даже будь то выходя вблизь. Получается, что для того, чтобы человеку, играющему с 9 уровнем оружия, убить оружие 10, ему надо как-то подойти незаметно, крадучись и применяя все свое мастерство. Хотя по опыту боев скажу, что это не так легко сделать, особенно на открытых картах. Но имеем, что имеем. Остановлюсь еще на одном таком изменении, очень важном, да, которое принесло нам вот это обновление в ребалансе оружия, как отдача. Отдача действительно стала достаточно, не сказать, чтобы сложной, но другой. То есть, отличной от патча 0.31. Разработчики объясняют это тем, что они хотят принести больше реализма оружию. Вот, и, соответственно, параллельно избавиться от таких вещей, как макросы. Чтобы макросникам было не так удобно ее контролировать. Потому что отдача, по их словам разработчиков, может уходить либо вправо, либо влево. То есть, рандомно вести себя во время стрельбы. Предугадать ее может только человек, который реально контролирует мышкой отдачу. Так вот, хочу сказать, что первый вариант, который был у разработчиков, был достаточно жестокий. Оружие бросало в разные стороны, действительно было непонятно, куда и как стрелять. Очень было все это непривычно. Считай, за то время, на которое игра существует, люди как-то все-таки привыкают уже к определенной виду отдачи в игре. А тут она была совершенно другая. Но хочется заметить, что разработчики действительно исправили этот косяк. И уже в 0.4, в 4-й версии ПТС, отдача стала намного плавнее. То есть уже
было заметно, что оружие реально можно контролировать, что не стреляет туда, куда стреляет самостоятельно, да, как сама хочет, а стреляет туда, куда наводит ее игрок. Соответственно, вот можете наблюдать на примере HA-12, версия А1 ПТСовская и версия А4. Ну и, соответственно, релизная та, которая сейчас стоит на серверах. Отдельная тема, и хочу выделить тему модификаторов в 0.32. Так как произошел ребаланс оружия, соответственно, произошел и небольшой сдвиг в используемых модификаторах. Полностью и детально расписывать эти модификаторы сейчас не буду. Эта тема отдельного видео, я думаю, заслуживает, чтобы быть отдельным видео на моем канале. Пока я хочу вкратце рассказать, какие, по моему мнению, можно ставить модификаторы на оружие сейчас. То есть очень полезен, считаю, модификатор на дистанцию, так как эффективная дальность стрельбы вот сейчас снижена, и, соответственно, для того, чтобы увеличить нам эффективную дальность, желательно увеличивать, ну, использовать этот модификатор, так как 25% эффективной дальности стрельбы — это 30 метров, да, ну, берем 9-го оружия, пример, да, ну, за основу, это 7,5 метров, то есть вот считайте, практически 37 метров, практически уже 40, я считаю, еще чуть-чуть совсем, и будет 50, можно будет соперничать с оружием 10 уровня. Следующий модификатор — это модификатор отдачи, потому что отдачу тоже очень сильно изменили в 0.32, как я говорил в предыдущей части моего видео. Соответственно, модификаторы сейчас изменили, раньше это было плюс 10% модификатора на уменьшение отдачи, сейчас порезали, сделали плюс 5%. Соответственно, модификатор можно поставить на оружие, на перчатке и использовать скилл ветки умений. Все эти три навыка, грубо говоря, дают про минус 5 к отдаче. Соответственно, максимум, что мы можем получить, это минус 15. Поэтому очень настоятельно рекомендую для тех оружий, у которых очень большой разброс, такие как, допустим, HA-12, даже, ну, на ваше усмотрение, как бы уже каждый, кто играет, ему, он знает, что и какое оружие для него необходимо поставить на отдачу. Дисперсия, ну, она тоже увеличена, то есть в изменении ребалансе тоже изменено. Вероятность и уровень дисперсии, который выдает оружие, да, при стрельбе от бедра, но ставить непосредственно на оружие я, ну, не считаю. То есть, как бы, пока я не считаю его нужным. То есть, что я себе буду ставить, это эффективная дальность стрельбы, отдача на те оружия, которые я использую, да, и которые нуждаются в этом модификаторе. И, скорее всего, наверное, скорострельность, потому что, что не говори, а скорострельность — это то, что позволяет нам выпустить как можно больше патронов, пуль, да, в цель, и, соответственно, увеличить свой уровень. Ну вот, в принципе, по модификаторам и все. Патроны 0.32. Теперь патроны получили только положительные характеристики. Они дают как стандартный урон и стандартную бронебойность, так и повышенную бронебойность при стандартном уроне. Теперь, как если сравнивать с патчем 0.31, патроны бронебойные являются только положительным моментом. Теперь нам не надо страдать за счет того, что у нас будет резаться урон, как в патче 0.31. Однако тут кроется небольшой подводный камень. Бронебойные патроны теперь стали дороже. И если мы хотим стрелять чисто бронебойными патронами, нам нужно раскошелиться. Особенно те будут ощущать игроки, кто не использует премиум аккаунт. Так вот, в чем же интересный момент этих бронебойных патронов, почему я их выделила в отдельный раздел, ну, нашего видео. Итак, приступим к тому, что ребаланс оружия подверг не только
только не тем моментом, который я озвучил в предыдущей части нашего видео. Очень сильно подверглась бронебойность в оружии изменению. Теперь каждое оружие имеет свой уровень бронебойности. Самый максимальный уровень бронебойности это, я имею в виду, опять же, если брать в расчет штурмовые винтовки и пистолеты-пулеметы, так как снайперские отдельно, дробовики отдельно, имеет оружие 10 уровня с пробитием 70 единиц. И начиная спускаться по уровню ниже, на 9 уровне это уже 50-55 единиц. И, соответственно, чем ниже мы опускаемся по уровням снаряжения, тем бронепробитие у нас меньше. Бронепробитие. Прям как в танках. Вот. Бронебойность у нас меньше. Поэтому, для того, чтобы прострелить броню, которая, допустим, имеет 70 единиц, нам нужна бронебойность оружия в 70 единиц, чтобы оно соответствовало уровню защиты брони. Тогда урон у нас будет идти 100% по противнику. Если же броня будет немного выше, чем бронебойность патрон, соответственно, урон у нас будет резаться. Насколько я помню, или где-то я слышал, что урон режется до 40%. Там на 40%, кажется, режется урон, если броня выше классом, чем патрон, который мы используем в бою. Поэтому для того, чтобы наносить 100% урон, ну практически 100% урон, нам нужно использовать бронебойные патроны. Возьмем опять же на примере 10 уровня, да, максимальная броня, которая сейчас имеет зубр, это 95 единиц. Соответственно, для того, чтобы нам пробить, нам нужен бронебойность 95 единиц. Что мы имеем? Значит, на 10 уровне бронебойность оружия равняется 70 единицам. Соответственно, мы берем бронебойные патроны на 21 единицу и получаем 91 единицу. Соответственно, смотрим и рассуждаем, нужно ли нам использовать наряду с бронебойными патронами еще на модификаторную бронебойность. Модификаторная бронебойность дает нам от 75% бронебойности, от 70%. Это получается 3,5 единицы. То есть, имея 91 бронебойность, мы добавляем 3,5 единицы нашей бронебойности, получаем 94,5. Это практически максимально броня зубра. То есть, мы можем рассчитывать на то, что нанесем максимальный урон. Однако, не всегда получается то, что у нас люди бегают в зубрах, в прокачанных зубрах. Хотя сейчас, если посмотреть, большинство народу бегает именно в тяжелых бронежилетах высокого класса защиты. Вот. Но не стоит отвлекаться как бы немножко на этот. Я считаю, не очень эффективно использовать на данный момент бронебойность, потому что урон все равно будет резаться. А разница там в несколько единиц по бронебойности не так сильно чувствуется. Лучше его заменить тем же самым скорострелом, чтобы выдать намного больше урона, чем использовать модификатор на бронебойность. Однако, использование бронебойных патронов я считаю очень полезным. Даже с учетом того, что они дорогие, это все окупается. Это все окупается. Может быть, там поменьше немножко получаете дохода серебра, но вы можете эффективнее убивать противника. Аномалии в патче также подверглись изменениям, как визуальным, так и физическим на плане нанесения урона. Соответственно, аномалии, как хотели большинство игроков, статически не вернулись, однако вот эта вот вся пестрость немного получила более такие презентабельные виды и, соответственно, для глаза стало намного приятнее. Что касается нанесения урона, то по моим же ощущениям, точно не замерял, это более подробно и детально надо будет рассматривать, примерно урон вырос на 50%, то есть если раньше сносило 17-18% хп при определенном виде шмота, да, то при таком же виде шмота в 32-м начинает сносить по 30 хп, по 30%. То есть, судя по всему, где-то около 50% увеличился урон. Это что касается коротко о аномалиях. И последнее, на чем я хотел остановиться, это на новом сезоне Лиг. Новый сезон Лиг подвергся очередному критику со стороны игроков. Если раньше все хотели каких-то уникальных декалей, там,
нашивок и еще прочего. Говорили, введите нам, введите нашивки. Не надо нам на это оружие, которое можно получить просто в бою, еще что-то. То разработчики пошли навстречу и в этом сезоне ввели в качестве награды за максимальную лигу, да, в которую можно попасть там. Легендарную лигу ввели шеврон. То есть шеврон, который устанавливается на броню и, соответственно, будет показывать, что данный игрок принадлежит к высшей лиге. Вот. Ну, опять же, не понравилось некоторые части игроков. Сказали опять, что за фигня, почему вот оружия там нету, чего нету, на это мы не будем. Ну, я так понимаю, всем не угодить, и всегда это будет, чтобы разработчики не вели в этих лигах в качестве наград. Все равно будут возмущения, недовольство. Ну, вот разработчики пробуют, посмотрим, что получится дальше. Я не думаю, что стоит так критично к этому реагировать. И единственное новшество, которое сейчас в этих лигах есть, да, мне понравилось, это в онлайне показывается рейтинг, который ты должен получить за бой. То есть по ходу движения, да, боя, он то изменяется, то увеличивается, уменьшается. То есть показывает твои результаты в этом бое и делает предположение. Ну, вот, собственно, и все по поводу лиг. И, собственно, по поводу нашего обзора. На этом, я думаю, надо закончить наш обзорчик, да. Спасибо, что посмотрели. Вот, подписывайтесь на наш канал. Вступайте в группу ВКонтакте нашего сообщества. Там мы будем отвечать, я-то в том числе буду отвечать на все вопросы, которые вы будете задавать, соответственно, по любому теме. Стараюсь ответить. С вами был Рейст, игровое сообщество «Кому за 30». Встретимся на полях сражений. Да. Нас теперь больше 200, и я очень благодарен вам за поддержку, за то, что вы подписываетесь на канал. Значит, вам это интересно, и ваш интерес только подогревает меня выпускать новые видео. Так что спасибо вам большое. Ну как, я очень рад этому. Удачи!